СМИ Таджикистана утратили свою роль в обществе как четвертая власть, а журналисты воздерживаются от освещения серьезных тем и остаются в стороне. Об этом пишет Азия Плюс со ссылкой на исследование IWPR, Институт по освещению войны и мира. По результатам исследования респонденты говорили, что, по их мнению, журналисты в Таджикистане не играют никакую роль в решении социальных, экономических и политических проблем, так как государство не реагирует на их публикации и не отвечает на их вопросы. В отличие от предыдущих лет ситуация изменилась. Раньше слова журналиста могли считаться решающими. Помимо того, что государство не реагирует, есть и другие факторы, как нехватка квалифицированных журналистов, воздержание от освещения серьезных тем, отмечают респонденты. Мы стараемся эффективно освещать но не в той степени, в какой бы нам хотелось. Если возможно, мы стараемся освещать. Сейчас ситуация не из лучших, поэтому лучше перестраховаться. Некоторые вещи вообще нельзя освещать из-за политических моментов, заявили таджикские журналисты на момент проведения исследования. В свою очередь, корреспонденты Хабархо также отметили, что в действительности они чувствуют серьезную угрозу со стороны властей, по причине чего они ведут журналистскую деятельность анонимно.